Господи, был бы ты вправду из будущего, ты бы знал, жив ли он. Чак? Пол Маккартни. Белый альбом. Если проиграть революцию 9 назад, то Битлы поют, будто Пол умер. Нет, Пол не умер. После того, как Битлы распадутся... Битлы распадутся? В скором времени. Черт, надо сказать, Элейн. Пол создаст новую группу под названием Wings. А Джон? А что будет с Джоном? Я люблю его больше всех. Кэти. Джон, не говори ей. Джон напишет мою любимую песню. Твою любимую песню? Это в будущем? Да. Спой мне ее. Или я скажу, что ты просто пудришь мне мозги, потому что я спросила про своего первого парня. Imagine there's no heaven. It's easy if you try. No hell below us. Above us only sky. Imagine all the people living for today. Imagine there's no countries. It isn't hard to do. Nothing to kill or die for, and no religion too. Imagine all the people living life in peace. You might say I'm a dreamer, but I'm not the only one. I hope someday you'll join us, and the world really is one. Imagine those. Katie, what is it? Нравится? Я ее раньше не слышала. Нет, конечно. Леннон напишет ее только через пару лет. Нет!